Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На съемках часто происходят непредвиденные ситуации, которые могут серьезно навредить здоровью актеров. Лукерия Лишенко вспомнила, как на время потеряла слух из-за оплошности каскадера. В разговоре с журналистами звезда российских сериалов рассказала, что ее коллега решил разрядить оружие и неожиданно выстрелил в небо. Актриса находилась рядом и из-за этого ее оглушило. «Я очень испугалась. Страшно, когда внезапно кто-то стреляет в 5 метрах от тебя. И полчаса точно я ходила без слуха. Я после этого пиротехников, каскадеров и специалистов по оружию стараюсь обходить стороной», — вспоминает Лукерия. Но в целом съемочный процесс ей очень понравился, хотя порой было непросто из-за массивных костюмов, драк и долгих смен. Большую часть трюков актерам аванпоста приходилось выполнять самим, но актриса признается, что специальной подготовки съемки не потребовали. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.